Региональный оператор совместно с холдингом «Регион-29» и рекламной компанией «Факел» проводит акцию «Я сортирую». Героями становятся простые жители Поморья, неравнодушные к проблемам загрязнения окружающей среды. Алексей Макеев о некоторых историях. Путешествовала по Швеции, и меня очень поразило то, как люди там бережно относятся к экологии, к своему городу. Елена начала сортировать мусор, как только в Архангельске появились контейнеры для раздельного сбора отходов. А ведь разумное потребление – тренд современности. Стремление сделать жизнь лучше даже стало показывать пример окружающим. Такие мешочки всегда берет с собой в магазин. Очень легко стираются, вот, и не нужно каждый раз брать пластиковые пакеты. И даже если вам на кассе предлагают, просто можно отказаться всегда. Возможностей для раздельного сбора в Архангельской области действительно все больше. Появляются новые контейнеры для раздельного сбора макулатуры, пластика и металла. Растут объемы отходов, поступающих на Архангельский мусоросортирующий комплекс. А главное, результат можно не только увидеть, но и подержать в руках. Это воронки, сделанные из тетрапака. Они вот разного цвета, тоже очень функциональные. Видно, что они с алюминиевой крошкой внутри. И этого же завода есть всякие разные зажимы, ручки, да, из зубных щеток и тетрапака. Из скейтбордов делают бижутерию и предметы домашнего обихода. Из автомобильных шин получаются вот такие солидные ремни. И по примеру европейцев, жители Архангельска тоже понемногу привыкают покупать собственную тару, бытовую химию, косметику. Ведь большое дело начинается с малого – с себя. Мне нравится видеть, что поступающие отходы сортируются, и количество отходов, которые идут на полигон, уменьшается практически в 3 раза. Мы заметили, что качество сырья постепенно улучшается. Вот, люди стали более ответственно к этому относиться. Поступ... Видно, что есть пакеты с отдельно собранным алюминием, макулатурой, стеклом. Хочется поблагодарить население за это. Вы тоже можете стать героем рубрики. Присылайте истории и фотографии с пометкой «Я сортирую» на электронную почту. Адрес на экране. И, может быть, вашему примеру будут следовать тысячи людей. Алексей Макеев, Ольга Красулина, «Регион-29».